Глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов поздравил Архыз с десятилетием со дня открытия всесезонного туристического комплекса. Этот курорт – яркий пример успешной реализации инвестиционного проекта в Карачаево-Черкесии, который стал любимым местом семейного отдыха для многих туристов со всей России. Об этом говорят не только цифры, но и благодарные отзывы наших гостей. Благодаря поддержке президента России Владимира Путина, федерального и регионального правительства компании «Кавказ-РФ», частных инвесторов, всесезонный туристический комплекс «Архыз» стал не просто местом для отдыха и развлечений, но еще и признанным центром лыжного спорта высокого класса России. А еще «Архыз» стал местом проведения различных мероприятий всероссийского, окружного и регионального значения. Желаю «Архызу» процветания, всем гостям курорта незабываемых моментов, которые останутся в сердцах на всю жизнь, отметил Рашид Темрезов.